Глава Чувашии в Москве принял участие в обсуждении реализации масштабного проекта по поддержке детского хоккея. Заседание провел полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Уже не первый год любительские хоккейные команды со всего Поволжья встречаются на турнире «Золотая шайба». Каждый год количество его участников увеличивается, причем в борьбу за кубки подключаются и женские сборные. На носу очередной сезон, он охватит более 1500 команд. На оргкомитете обсуждали вопросы материального обеспечения. Очевидно, что сейчас в городах и селах ребятам не хватает хоккейных коробок. Их необходимо обустраивать. Детский хоккей в округе помогают развивать и известные чемпионы. К примеру, легендарный вратарь Владислав Третьяк. В апреле этого года было подписано соглашение между президентом Федерации хоккея, руководителем клуба «Золотая шайба» и полномочным представителем президента в ПФО. Сегодня, к сожалению, мы с вами знаем проблемы хоккея. Пока это спорт, но если не для избранных, то не для всех, кто мог бы и хотел бы в этом участвовать. И в силу отсутствия необходимого количества ледовых площадок, и в силу отсутствия необходимого количества тренеров, в силу дороговизны снаряжение. Ситуация должна быть исправлена в ближайшее время. По прогнозам, количество хоккеистов в регионах округа увеличится. К примеру, в Чувашии для спортсменов построено более 60 площадок и 3 крытых ледовых дворца.